войн на земле не будет. Всемирный язык объединит народы. Люди откроют новый вид энергии. Научатся переходить в иные измерения. Будет разгадка секрета долголетия. В 25 веке люди научатся жить под водой. В созвездии Рака будет открыта неземная цивилизация. Философия добра. Кто без нее человек? Никто. Возведение храма в душе человеческой. Храма как нравственного стержня и как цветка благоухающего. Видишь, как хорошо он говорит, а тебе он не нравится. Хорошо говорит.